рукам. Все, приехали. Вроде Соня. Да. Вот где сказочный колорит. Сказочный домик в лесу. Вот где красота. Как прекрасен этот мир. Посмотри, как прекрасен этот мир. Вот сразу же давайте, делайте передачу. Смотрите, пока. Я сейчас руки помою, подойду. По-домашнему так. Да. Ой, а там колбаски наверху. Копчатся. Это они копчатся, получается, копчатся, да? Да. Ну, сегодня начали уже. Колоритно, да, по-домашнему. Я думаю, ребята будут интересоваться адресом, где можно посетить такое место. Маленькое заведение. Говорят, очень вкусный корм. Это, знаешь, как комфортный пикник в деревне, да? Я вам рассказывал, да, это после Абхазской войны. Девочки, девочками называю в свое время, эмигрировали. Ну, эмигрировали, вынуждены были переехать уже. Они с Абхазии, из Галии. Беженцы из Абхазии. Да, да, да. Это было в 93-м году. И после этого вот приехали, сами создали вот этот прекрасный очаг, можно сказать. И я вам честно говорю, мы, вот она согласится, мы с Димой, с ребятами в Батуми едем сюда, чтобы у нее покушать тут. Вкусно, да? Такую, ну, такую табаку в Арацепу, международного класса. Давай, да? Чуанили? Можно, да. Можно, надо, надо. Салата кто? Салата, да, вовынь, да, салат. Что идти, да, если вы захиксу, мамы даст, да. Дито, да? Титон дамарка мамида. О, мамида, да, мечер. Первый раз в комбинации. Вот сейчас мы удивились, что мамида с тобой, да, мечер. Мамида мы с вами удивились. Тетей называют и все, не можем допроситься имени, просто тетя. Я так понимаю, они по-домашнему готовят, да? Не зря столько километров сюда ездить. Нет, да, по-домашнему, еще раз повторяю, девочки, почему мы оттуда сюда едем? Что у нас там нечего пожрать? Да. Да. Ну, именно, вот сейчас зайдешь на кухню, она... Я однажды спрашиваю, я говорю, как у тебя вот получается вот такая, ну, табака, ну, четыре ресторана у нас, правильно, в городе. Цыпленок табака, да. Вот как у тебя? А Люба говорит, с Абхазии еще я взяла с собой те камни, смотри, как она жарит. Когда они жарят эту табаку, надо знать, сколько граммов должен весить вот этот камень, чтоб или немного, не больше прессовал, и не, понимаешь, но вот своя технология у бабушки. Если, допустим, очень тяжелую поставишь, да, она становится, знаешь, как... А там не пожаришь. Надо, на самом деле, короче, много не надо болтать, сейчас принесу посуду. Попробуем. Попробуем. Оцени. Китайцы идут или кто-то. Откуда они в лесу? Так мы не в лесу, вот дорога как ну, раз. Ну это до дорога, пути, вот, дальше пути, лес. Вот. Да, из Китая. Китай заполонил. Жалко, китайского не знаю. Говорили. Я знаю.
А, точно. Хуйняо. Ты уже не знаешь, что ли? Я сейчас тут натворю что-нибудь такое. Как-то здесь, наверное, включается. Ну как? Вот смотри. Да. Интересно, бутылочка. Кувшин. Угу. Кувшин, из кувшина получается вода. Очень интересное решение. Обратила внимание? Это ракушка. Да. Молодцы, хорошо украсили. Декорчик такой. И кто там писал такой зирный? Мальчик. Я думала, девочка беременная. Оказывается, мальчишка беременный. Грузин настоящий, с пузиком. Что за грузин без пузика? Ну, разве что только танцоры. Танцоры, конечно. Стройненькие, подтянутые. Как птички поют, да, Али, слышишь? Здесь фонтана не хватает Батумского. Поле для деятельности. Да. 3 метра. Нет, 4 надо уже. Уже надо бить рекорд. 4 метра. Интересное место. Да, здесь охранничек. Туалет. Здесь туалет. Ну? Здесь тоже можно посидеть. Не только внутри, вот на улице тоже есть отдельные кабинки. Ой, а кто там такой? Где? А, ты здесь лежишь? Ты сюда вьюгаешься. Ходите по мне. Мама, Уличка, а где твои детки? Где твои детки, моя Колеся? Где твои детки? Ой. Где твои деточки? А, мамочка, сисюси торца. Сисюси торца. Вот, уже стол. 10 минут прошло, стол уже накрыт. Примерно примерно проект просто. А вот у нас У Алику компьютер, как у нас телевизор на плазменной в доме. Шучу. У тебя компьютер говорит по размеру, у меня телевизор. Шучу. Так, дамы, выберите. Начинаем. Да. Все, спасибо. Так, давай, договоримся. Его покушайте, а потом снимайте кружку. Нет, мне надо снять, что мы кушаем. Знаешь, купоты надо горячие, это надо есть. Да. Это она сама, вот видишь, все она вручную сама делает. Так, да, что тебе надо? А, ну, кемали, все остальное найдете, да? Мы станем собой. Смотрите, чады, какая интересная форма. Они жарятся не в этом, как его, не в масле, а просто она по... Да, сухую накладывают. Это и есть настоящий чарли. Как суамы, знаешь, вот все садятся вот, да? Ой, и все суамы вот так сидят и читают свою молитву. Да, у них есть эти красавцы, молодцы ребята. И так на нас посмотрели, говорят, гости, вы говорите, откуда? Ну, я говорю, ну как, в Тбилиси, Батуми, я говорю, то есть, все. Мы, говорит, семья чарквияне. Тут сейчас у нас, говорит, праздник, ну, своего рода. Чарквияне, я говорю, очень приятно, я говорю. Ну, у меня очень тесные, я говорю, контакты с чарквияне. С какой чарквияне? Ну, я говорю, Мамука, Иракли, Батони Гела. А мы выросли у Джансуга чарквияне в руках, нашего поэта. Кто, говорит, Мамука, и то, и все. И сразу я беру вот так телефон, звоню Мамуке. Мамука, я говорю, нахожусь в корнях твоих. Где ты? Я говорю, в Ужгуле. И, ну, пошло, да. 3 дня нас не отпустили.
Вот такие наши сваны Ганюцоли. Грузия имеет еще что-то, видите. Разговаривали с Олегом о том, о предстоящей поездке. Надо Сонетью надо обязательно посмотреть. Это надо. Ну, это, знаешь, как дикая, что-то другое. Мы впервые, по-моему, я вам рассказывал, когда один бывший нас отправил туда уже на проект вот этих башен, когда мы освещали башни. До этого я никогда сам не был в Сванете. А мы приехали в то время в Сванете, когда вот я только мог видеть свой капот. Ночь. Туман, снег, ничего не видно, короче. Только смогли вот приехать, зашли в гостиницу, нас там приняли, бла-бла-бла. Когда я тебе говорю, утром просыпаюсь, проснулся утром, ну, и открываю вот эти шторы. Далее, там такие, вау, думаю, как раз вот напротив меня это Жигули сесали, да, гора. Так открываю, я говорю, вау, это похмелье, думаю, согреваю. Красиво, красиво. Обязательно попадем в Сванец. У каждой есть свои. А еще туда, это вообще, вообще, вообще сказка. Я смотрю, шатыли, да, и китово. Там сурами. Я тебе однажды туда отвезу. Знаешь, как ты, вот где Хапсурами, я говорю, самая красивая девочка в Грузии, это Хапсурами. Знаешь? Вот папа. Интересно. Вот глаза, вот эти большие черные глаза, они ростом небольшие, но компактные. Тихо говорю, я могу себе. Да, но само собой. Само собой. С большими глазами. Красоту надо обязательно выпить. За красоту, да. За наших женщин красивых. Кавказский красавец. У нас женщины очень красивые. Очень, ну, в принципе, в любой нации есть по-своему уже, каждая нация это имеет свою красоту. Вот. Ну, мы, раз находимся в Грузии, мы пьем за кавказских женщин. За прекрасных, за нашу планету, за вас. Живите, здравствуйте, радуйтесь. И зеленая дорога вам в жизни. Когда у вас зеленая дорога, у вас нет проблем. Так мы тоже так себя чувствуем, мы так легко. Легко. То есть от нас зависит тоже много. Ваши проблемы делают. Девочки, девушки, женщины. Девочки, любим вас. Да, мы узнали, что есть в Грузии Гудаури. Да. Гудаури. Кстати, ни разу не было. Да. Гудаури, вот те времена, я рассказываю, еще в школьные наши времена, при день, когда это открыл. Отец моей одноклассницы, Кавтария, который был вот первым прихожим, который увидел, что там можно было большие трассы делать. Ну, один из первооткрыватель. Потом вот как раз построили первую гостиницу, вторую гостиницу. И вот только что парень, который мне звонил, что Олег, я все лист, он мне звонит. Вот 80-е годы у меня. Олег говорит, Гудаури, поедем, говорит, на лыжах кататься. А в те годы, ну, лыжи я видел по телевизору, олимпийский спорт, ну, какие лыжи. Ну, давай поедем. Еще с тех времен, и это очень трудно было, вот я могу даже так сказать, что в те годы у кого-то дома были атомики без лыжи и обаба. Все, в атомиках, это была очень большая редкость, понимаешь? Откуда-то они привезли, такая земля. Приезжаем на машине, как это КАЗ-24, ну это же Rolls-Royce в то время, их не водитель нас поднимает. Вот первые, знаешь, какие грузины, вообще никто что не умеет кататься, но приехали, понимаешь? Ну мы тоже так подъезжаем, далеко увижу, что хороший состав из машины, знаешь, как выхожу. А когда вот народ видит, что наверху на этой, на машине, сверху эти лыжи, эти ботинки, да, вот так смотрят, кто такие, кто приехали. А из машины выхожу, как минимум олимпийский чемпион. Да, вот я выхожу, лыжи наверху поднимите, да, да. Эти цесарочки, мне интересно, кто такие, кто приехали, слышишь? Тот же вечер, само собой, какие лыжи, надо чуть-чуть прийти в себя, прихожу в себя. Второй день. Значит, канатка, поднимаешься, первый ярус, потом опять. А вот этот ярус очень сильно я люблю, почему? Все рестораны там и кафе.
первый день. Пока меня имени не знают, закрываем трассу, говорю, извините, можно вот закрыть ваш ресторан за счет? Окей, закрыли ресторан. Вторые сутки. Уже меня знаешь, как знают, да? Батону Алику канатка закрывается, пожалуйста, закройте счета. Олимпийского чемпиона. Знаешь, как меня спускают оттуда? Детские эти, знаешь, чуки дети. Санки. Санки. Вот, да, сяду у кого-то, вот, опа. Бухо меня опять, блин, привозят. И не зовут, Олег, прекрасный день. Бухает. Подходит от нашего кафеца. Я не знаю, а когда выдавить на нас? Олимпийский чемпион. Я говорю, не видите, я уже давно спустился. Олимпийского Мы сейчас говорим о путешествиях, о посещении разных мест. Не просто быть на, знаете, как на понтах каких-то, сидеть в какой-то гостинице, в раскрученном месте, там оттуда видео записывать. Вот эти путешествия в деревню, горы, другие страны, все. Когда меняется локация, Алико правильно говорит, душа не стареет. У каждой деревни есть свои нравы, свои... У нас даже в Грузии, да, вот отсюда, сейчас мы находимся где Гран, Менгрелия, там, тройка, Аджара. Вот сейчас поедешь в сторону Канмухури, Анаклия, у каждой деревни свое что-то. Понимаете? Не похожее на... Полифония. Из-за этого душа не стареет у людей, когда человек путешествует. Очень многие, кстати, люди известные говорят о том, что ребята, путешествуйте, обязательно меняйте места, смотрите на культуру разных стран. Чем больше ты этого видишь, тем больше у тебя каких-то ценностей таких важных появляется в жизни. Я согласна на 100%. И главное, чтобы была возможность на то, чтобы путешествовать. А так, в принципе, есть люди, которые с очень маленьким достатком умудряются посмотреть весь мир. Да, вот и что я хочу сказать. Есть люди, которые могут вот за одну поездку, к примеру, 20 тысяч баксов вложить. Да, и ничего не увидят. И за понта. Вот приехали, вот это как на его... Да, там Гючи Сиса, полотенце там. И, допустим, эти 220 тысяч они оставят в каком-то одном комплексе, даже не зная, где они находятся. Сейчас вопрос. Вот, допустим, та же Индонезия, да, тот же Вьетнам, да. Ты бывал? Да. Почему я завелся? И могли жить в таких роскошных гостиницах? Нет, я хотел жить как раз вот этих ветрушках, понимаете, потому что с народом вот, увидеть то, что да, почувствовать, а так что Вьетнам по телевизору тоже могу посмотреть. О, Фатима, сейчас мне. Поехали в Дубай. Я хоть не терпеть не могу. Да, я тоже не люблю. Не знаю. Поехали, один раз увидели, хорошо, вот эти какие-то башни. А что мне там делать в Дубае, говорю, Фатима? Мне тоже не впечатляет вообще. Я не скажу, что там что-то нет, красное. Ну, изумительно. Но это же не для нас. Ну, что, приехали уже. Природа. Какая природа? Нет, ничего. Кстати, что мы знаем, те, которые вот эти все шишки известные нам, кто купили в Дубае, вот эти, все продают. Никто туда не приезжает, что там отдыхать, или что-то. Это не то. Согласна. Путешествовать, так вот тебе груза, ножи. А мы рассказывали в прошлой передаче нашей, интересно, когда снимали в прошлый раз, что Алико, ну, ты же гражданин на Голландии. Да. Вот туда. У меня временное проживание, и я могу в Грузии. Не дают. И Голландию обязательно посетим, и посетим так, чтобы Алико еще был с нами. Вот он покажет то, что не показывают другие блогеры. Не то, что вот это вот туристические места. Совсем другое. Алико, когда в прошлый раз говорил, мы вот так, у нас челюсть отвисла, и думаю, да, хотим. Голландия, это вам не только кафешоп, я извиняюсь, то, что всегда понимаю, кто не прилетит, ау, Амстердам, кафешоп. Нет, дорогие мои, много чего есть в Голландии, что можно посмотреть, то, что вы не знаете. Даже мы не знали, те иммигранты, которые вот первые 80-е годы, когда мне из Москвы звонил профессор Ватаничвили, вот тогда нет этих мобильных. Домашний звонок. Здравствуйте. Батону Алику, здравствуйте.
Это профессор, вот я еще из Московского института культуры, бла-бла-бла, грузинского. Я говорю, я услышал. Давайте так, говорит Батону Алику. Нам очень трудно. Ну, это 80-е годы, мы с Польшей они не имеют контакта. Ну, как-то он меня находит. Я вас слушаю. Я говорю. Давайте так, говорит. Вы нам помогаете создать, сделать у вас в городе памятник Петра Багратиона. А я, говорит, обещаю, а это я вам покажу, а я, говорит, вам обещаю, что на открытии этого памятника у вас дома будут гостить последняя императрица Романовых, наш Багратиони, и тот, слушай, я так сижу, слушаю, я говорю, какие цари, какие короли, что я могу сделать? А вам сказали, мы живем на улице Царинастрад. Царинастрад – это есть честь царя Петра Первого. Весь флот, который имеет царь Петр, это было и когниту, они приехали в Голландию. Голландцы не знали, что это царь Петр. Но с Петром вместе был еще русский Багратионы. Это есть бумага в истории, но это не знали даже голландцы. Они же не знали, что это царь и его... Там тоже Багратионы, один из царских семей. Да? Что они учились, там произошло вот это судостроение. Потом, как наши, Сапковские все-таки украли эти все макеты. После приезда царя Петра Первого, когда он создал голландский флот, так скажем, по их манкам, они победили китайцев, помните, на море. Петр Первый победил. Почему? Ну, голландцы это number one, кто умеет строить эти баржи. Это надо. Пираты поворачивали свои баржи, уходили, когда видели голландский флот. Ну, умеют это делать. И, ну хорошо, я говорю, дайте знать, что вам надо. То есть они мне просили, то есть, где музей царя Петра Первого? Это Царинастрад. Я живу вот с этой стороны, а вот следующий дом и огород, то есть задняя часть, вот это есть этот музей. Я говорю, я максимально постараюсь, я говорю, если от нас только то, что финансы какие-то, мы готовы. Но потом там, я не отвечаю за то, что как вы в Голландии, в то время, ну не знаю. Как вы до этого? Тут нет, говорит, проблем. Вы только дайте нам финансы, чтобы... Дайте, я говорю, чертеж, что вам надо? Давайте лучше, я говорю, договоримся так. Мы оплачиваем, а вы сделали в Москве, я говорю, лучше наших скульпторов, я говорю. Голландцы не сделают, потому что все-таки в скульптуре есть свой характер, правильно? Надо грузина еще чуть-чуть знать, как его. Где-то, ну, в течение полтора-двух месяцев уже все было наготове. Я не знаю, сейчас вот это надо снять. Было сказано, и он сделал это. Перекрыли весь мой район, перекрыли весь бла-бла. Отсюда, даже я вам клянусь детьми, когда бургомейстер нашего региона, бургомейстер, когда подъехал на машине, ему сказали, что... Извините, тут... Там были представители с Министерства культуры Голландии, там, ну, очень большие шишки. Потом, остальное потом расскажу, то, что там внутри случилось. Но было интересно, очень интересно, открыл этот банк. Ну хорошо, скажу двух слов. А в это время как, у меня гостили моя двоюродная сестра, мои двое братья и друг. Это какие годы, интересно. Дом большой, понимаешь, и посередине я закрыл гармошкой, так, двери из гармошкой. И говорю, вы тут сидите, я говорю, а тут у меня там банкет большой. А они там бухнули чуть-чуть, и хорошая грузинская гитара, и начали петь. А это наш Багратионик, кто есть последний наследник. Там, говорит, по-грузински поют. Я говорю, конечно, мы грузин. Откройте двери, говорит, познайте. Церемония должна была начаться в 5 часов. До 7 часов ни Галина Романова, и ни он не встали. Нет, говорит, еще раз можно с уликой вот такой, но было идеально.